Настасинском переулке находится здание бывшей судной казны. Строительство здания началось в 1913 году. Авторами проекта были архитекторы Владимир Покровский и Богдан Нилус. Окончательно здание было построено в 1916 году. Здание судной казны построено в псевдорусском стиле, сочетающем элементы модерна с традициями древнерусского зодчества и архитектуры барокко. Стены здания украшены резными орнаментами и рельефными изображениями двуглавых орлов с коронами и Георгия Победоносца. На фасаде расположена надпись «Российская судная казна» и годы постройки 1913-1916. Интерьеры здания создал художник Иван Билибин. После Октябрьской революции здание судной казны занял наркомат внутренних дел, а после 1920 года государственное хранилище ценностей наркомфина – Гохран. Сюда свозились драгоценности из национализированных имений и особняков, а также церковное имущество. Привозимое не успевали описывать и размещать, и многое быстро и дешево продавали за границу. С 1941 года в здании находился Госбанк. Напечатанные наличные деньги привозились в Настасинский переулок. Здесь они пересчитывались и затем распределялись внутри страны. В настоящее время в здании судной казны расположено хранилище Центробанка России.